Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, сегодня мы откроем одного персонажика. Я уже не стал вас там долго томить, копить еще на кого-нибудь. Сейчас мы откроем. Так, здесь у меня все выполнено. И попробуем пройти дальше по сюжетке, друзья. Попытаемся, не знаю, получится у нас или нет. Но попытаться нам надо. Так, и открываем мы с тобой доктора Вуду. Вот такой вот этот мужичок. Вербуется он всего лишь за тыщенку. Имеет он две звезды. Залп из посоха. Это наносит основной цели всего лишь 110% урона. А второй, это у нас накладывает ослабление защиты на основную цель. Подчиняет разум двух ближайших врагов. Приказываем атаковать основную цель. Подчиненные враги наносят этой атакой на 5% больше урона. То есть это мне напоминает, знаешь, кого? Это мне напоминает Локи. Локи делает то же самое. Только он, по-моему, одну цель берет в захват, и она атакует основную. Но, тем не менее, доктор Вуду есть. Это уже приятно радует. Сейчас мы его немножко тут оденем. Иза я пока вставлять не буду ему. Не заслужил, так скажем. Так, ну что, здесь у нас... Здесь еще все идет, уровни. Энергии у меня мало, но я могу, ребят, просто здесь... Так, для понта. Прогуляться чуть-чуть. Но. Так, и последняя энергия. Там как раз у нас босс. Стервятник. Само собой, он отгреб. Само собой. Так, уровни, ага, 65-70. Это осколки персонажей, а здесь у нас... Угу. Подожди-ка. А здесь у нас дальше... Ну, здесь я дальше, ребят, не смог. Не смог пройти, меня там просто разорвали. Мне даже, если не ошибаюсь, и играть-то некем. Да, все в отстойнике, в полном причем. Есть ли смысл вот этот понт делать? Ну, давай я сделаю одну симуляцию, посмотрим. Ну, а разнесу сейчас меня тут в хлам. Нет, смотри-ка, победа. А здесь 46-й, 49-й. Ух, тут еще железный человек. Ну, не знаю, ребят. Ну, попытка, не пытка, фиксим, давай. Можно было бы, конечно, подлечиться там. Победили, друзья мои, мы. И... Блин, я бы хотел бы посмотреть на этого охламона, ребят. Я его ни разу не видел. Но у меня нет энергии. Я ни разу не видел, ребята, самого Ультимуса. Как он себя ведет, что он делает. Ну, я думаю, там будет жесть какая-то. Ну что, я хотел основную пойти, ребят. Так что давай, в компания. Мы остановились с тобой на мистических силах. 3-1. Кстати, подожди, мне тут... Погоди, а где она у нас? Не понял, а где у нас белочка-то? Белочка, я до нее, наверное, еще и не дошел. Белочка. Так, это Кейт Бишоп. Это... Подожди. Так, друзья, секунду. Не, ладно, давай вначале пройдем. Попробуем пройти, я не говорю, что у нас все получится. Я нашел измерение с последним артефактом, открывающим портал в Нексус. Глазом чародея отправляемся немедленно. А всех, кто нам помешает, уничтожим. Морды, не торопись, этим измерением правит Тор, благородный Тор, бог грома. Да хоть бог милых щеночков, мне плевать. Все, что мне мешает достичь цели, должно быть уничтожено. Принимая все препятствия за угрозу, мы лишь наживаем себе врагов. Мы выше этого, попробуем поговорить с этим королем богов Тором. Может, нам удастся заручиться его поддержкой в нашей войне. Что-то команда, конечно. Ладно, давай попробуем заручиться, но... Мы, кажется, слишком слабые для этого всего. Там, по-моему, по 40 тысяч мощей у этих... Стоять, чтобы завоевать право на аудиенцию у Тора Одинсона, короля богов. Вы сначала должны проявить себя в бою. Я даже не против.
Ну что, лекаря вначале берем, попробуем. Так, провокация пошла. Провокация, друзья, пошла. Ну давай, выпускай шторм. Так, ослабление защиты мы сделали. Призываем подмогу. Еще давай. Я до сих пор не могу понять, почему у меня два доктора Стрэнджа-то. Че, завалим мы его? Завалим. Да нас тут шутить-то не будет. Вмял его просто в землю. И один заряд энергии получает. Плюс провокация. А, он еще и провокацию на себе вешает. Давай, помощь. Добьешь? На, подрезала, нормально. Я думаю, нам инвиз пока не нужен. Я думаю, так его завалим. Как же, завалили. Эти фейерверки, ослабление атаки, то что делает. Готово. Так, ждем следующую партию. Ну что, влетаем туда? Надо вот этого предводителя. Он блокирует и блокирует, прикинь. На, по шее. Сделаем тогда так. Хил пока нам не нужен. Подрывника завалили. Блокировка способности. Вообще шикарно, ребят. То есть... Ага, ну да. Блокировка способности идет у всех. То есть они кроме основной атаки ничего сделать не могут. На, по башке тебе. Добьем. Только я не могу понять, почему приспешники Крис здесь делают. Если мы идем к Тору. Как-то не вяжется немножко. Так, и следующая партия. Да, фиг ты его пробил. Фиг ты его пробил, Танос. А нет, все-таки тоже ребята вдвоем атакуют. На, получил по хребтине. На 20 тысяч бьем. У нас тоже ребята есть. Срочная помощь, усиление атаки. На! Подрывай его. Железный кулак. Надо от него избавляться. Хил. Готов. Медик тоже готов. А вот подрывник уклонился по ходу дела. Уязвимость Изо. Лежи там и отдыхай. Уязвимость Изо. Ну все, крышка. Не крышка, я думал. Я думал, пробьет. Я вижу, твой дух силен. Подойди, будем говорить. Тор снизошел до нас, ребят, чтобы с нами поговорить. Вот что я тебе скажу. Ну что же. Раз он проявил свою, так сказать, милость. Ну как милость проявил? Нам пришлось ее добыть. Тор, мы пришли из другого измерения. Мы просим тебя одолжить нам глаз чародея, чтобы остановить вторжение в наш мир. Глаз чародея? Я не могу просто взять и одолжить столь могущественную вещь неизвестному чужестранцу. А если я скажу, что неостановимы вторжения в нашем мире, и оно дойдет и до твоего, ты передумаешь? Возможно, ты кажется благородным человеком, и я выполню твое желание, волшебник, с одним условием.
Пройди через 3 испытания Асгарда, сможешь, и глаз чародея твой. Испытание? Серьезно? Ладно, будь по-твоему. Твоя решимость похвальна, колдун. Да начнутся испытания. Ну что же, да начнутся испытания, друзья. 3 испытания Асгарда, да? И в чем же они, интересно, заключаются? Сначала победи моего капитана стражи в испытании силы. Добро пожаловать на испытание силы. И готовься получить в репу. Готовься получить в репу, говорит. Блин, он взял уже провокацию на себя. Полетело. Уязвимости. Ну что, ослабляем, ребят. Конечно, надо их ослаблять. Кто-то из них заблокировал, да, ослабление? Давай-ка еще раз ослабим. А почему-то вторая волна, ребят, отнимает намного меньше ХП, я смотрю. Так, нам надо одного аимщика уничтожить. Как его звать? Отродье, если не ошибаюсь. Срочная помощь. На. Так, подожди, вот этого надо теперь попробовать. Вырубил. Да ну нафиг. Куда 4 отродья-то сюда влепили? Вы чё? Поехали. А чё это груд завис? Я думал, что-то с ним не то. Так, провокацию взял этот на себе. Капитан Америки взял на себя провокацию. Вылетай, птичка. Блин, пока не добьем этого капиташку, блин, мы не сможем с тобой уничтожить Грута. Всех вспомогательных моих уничтожил, да? Довольный такой. Я же призову еще их. Хорош, в лицо так. Теперь, ребята, будем заниматься Грутом. Он еще и защиту от смерти повесил. На нафиг. Шик-то он усвернул хорошо. Бог обмана. Ну что, Грут? Я понимаю, у тебя защита от смерти, но ее больше нету. Ее больше нету. Совсем забыл. Он еще сопротивляется, прикинь. Вот и все. Молодец. По-настоящему тяжко тебе придется в следующем чертоге. Готовься. Да я уже готов. Это было первое испытание, да? Идем за вторым. Посмотрим, кого он мне на этот раз подсунет. Перед тобой финал испытания силы. Его зовут Неуязвимым, его кожа непроницаема. Победишь его и перейдешь к следующему испытанию. Непроницаемый? Это кто такой-то? Интересно мне знать, что еще за непроницаемый? Таких я что-то не помню. Поехали! Победить Люкейджа. Это он-то непроницаемый? Эх.
Блин, тут отродье плюс... Ой, сейчас начнется, ребят. Всего-то на 7600 ударил. Ослабляем. Заряд пошел. Кого? А он Таноса даже не пробил. Еще давай ослабление сделаем. О, на 32 тысячи пошло, пошло, поехало. По-моему, хана, ребят, выиграли. Непроницаемая кожа. Впечатляет, хотя следующее испытание, конечно же, будет сложнее. Если такой же, как с Кейджем, то... то я его пройду, я думаю, довольно легко. Мне просто интересно знать, кто здесь будет главным в конце. Этапов-то еще хватает. Второе испытание покажет быстроту ума и реакцию членов твоей команды. Победи моего слепого провидца, сорви голову. Ах, повеселимся. Подожди-ка, подожди-ка. Почему он сказал, пройди мое второе испытание? Это должно же уже быть третьим испытанием. Какого фига, блин? Второе. Тор, ты что-то, по-моему, тут завираешь мне. Я чувствую твой страх. Не бойся, все закончится быстро. Да я как бы и не боюсь. Вот Гамора, да, Гамору. Надо, ребята, убирать ее. Она-то тут. Сорви голова, блин. Да, еще тот псих. Ну-ка, Гамора должна, по идее, отдуплиться. Угу. Путь тени. Так, тут и Чало пришел у нас, оказывается. Попробуем с ним, наверное, разобраться. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. А пробить сможем? Есть. Давай-ка завязывай. Слепой пью. Так, у Йонда уже мало здоровья, друзья. Заблокировали способности, да? Минус. Я так понимаю, тоже минус. Да ну, парень, тебе ничего не светит. Он, у него сай, да, у него сай в руках. Тоже мне череп. А если так? А если вот так? Что-то пытался, пытался. Слушай, ну вот этот вот судья, он дает прибавку, ребята, к шкале. К шкале скорости. То есть, чем быстрее у нас шкала накапливается, тем, соответственно, мы быстрее ходим. То есть такой дополнительный бонус очень даже неплох. Осталось два испытания. А потом король Тора даст нам глаз чародея. Я все равно думаю, что стоит отобрать его силой. Так можно нажить себе только врагов, а нам нужны все союзники, каких мы только можем получить. Ладно, а где там следующее испытание? То есть это мы только первое, что ли, проходили? Это сейчас мы идем на второе? Нормально. Где-то справедливость прячется, походу, от нас. Поймай меня, если сможешь. Паучок там опять вякает что-то, да? 15 противников, ребята, будет. А где паучок? Паучка-то я, кстати, не вижу. Самурай. Ослабляем, конечно. Вылетело в трубу. Ну хорош ты там уже.
Скрытность, все, что только не наделал там. Еще раз ослабление. Опа-на. У них уклонение. Заблокировал, гаденыш, а? Поехали. Это лже, лже, ребята. Лже Локи. Локи настоящий, вот он. Добьем? Фи, ты там добьешь, а вот если так. Блин, без блокировки способностей они вообще никто и ничто. Да? Танос. Вот это вот, а, я не могу. Я не могу, она в инвизе. Танос получил, но он в ответку-то дал. Противников 11 штук. Так, что-то у судей мало, ребята. Здоровье, надо... Надо хиляться. Чародейка достала. Хилять тут всех. Лечимся. Непонятно, а почему по нолям-то? У нас что, блокировка? А, у нас блокировка лечения была. Да-да-да-да-да, на Таносе блокировка лечения, ребят, стоит. Йонду, ты посмотри, что с Йонду, ребята, происходит. У него мало здоровья. Такой хруст еще шеи. А вот он, паучок-то. А, тут еще и черная вдова. Хиляй, парень. Нам нужен хил. Крит удар, отлично, улетела в трубу. А вот теперь излечим здоровье. А у Таноса это что, вечно что ли будет? Я не пойму, это стоять-то, я ничего не врублюсь. Сфига ли у него, блин, этот? Контратакуй давай. Странно, а на нем контратак? О. Я уже думал, блин. По идее, нам что нам нужно? Нам нужно уничтожить Человечка-паука, да? Человечка-паука. Фиг по нему попадешь еще, по этому паучку-то. Молодец. Смотри, что вытворяет, а? Ты серьезно, даже этого говнюка блокируют, блокируют, блокируют. Поехали. А у этих уклонение сработало. Кхе-кхе.
Танос, ты держись, главное, парень. Пипец, ребята. Не прошли на 3 звезды. Не прошли. Впереди последний этап этого испытания. Удачи! Без нее никак. Ребята, на 3 звезды не прошли. То есть фармить не смогу. Но я хотя не фармлю обычно такие этапы. Но все равно неприятно, когда на 2 звездочки что-то ты там проходишь. Так. Ну что ждет на этот раз нас? Конечно же, встреча с моим братцем Локи. Он мастер обмана, а если сможете его победить, значит вы достойны последнего испытания. Так, значит теперь Локи. С Локи, конечно, будет плохенько, ребят. Будет плохенько. Какая же тягомотина. Давайте уже с ней покончим, а? Победить Локи. То есть делаем акцент, ребят, сразу на Локи. По возможности. Еще утворяет. Да в плане, блин. А че только один-то его атаковал? Ты смотри, что сделал, а? Да, ребята, он ушел в инвиз. Как бы это парадоксально не звучало. А это от усиления и невидимости. А на невидимости, я так понимаю, у них уворот идет. То есть нет смысла делать массовую атаку. На поражение Локи я могу смотреть вечно. Переходим к последнему испытанию. А я Локи, что ли, уничтожил? Я даже, друзья мои, не заметил. А как Локи-то... А как Локи-то погиб? Странно. Я этот момент почему-то пропустил, ребят. В начале 3-го испытания нужно выстоять против лучших охотников за головами со всего измерения. Победишь их и отправишься дальше. Понятное дело, победишь их и отправишься дальше. Это получается у нас еще 3, да? Это 3-е. Так, танцевальная дуэль была бы лучшей, но король Тор настаивает на драке. Ну ладно. Так, попробуем Йонду, наверное, убрать. Нормально, ему там кровотечение повесили, плюс ослабление защиты. Но тут 2 провокатора. Что совсем меня не радует. Ослабим этих ребят. Еще разок. И Йонда упадет. Этот от кровопотери должен одуплиться. Получается так. Минус. А, нет, выжил. Почему этот-то не падает? Мне немножко непонятно. У него очень мало здоровья, но он стоит. Добро пожаловать в ад, друзья мои. А блокировочка-то не у всех сработала. Вылетаем.
Это лучшие, говорит, наемники со всего мира, да? А, это он про эту, про... Я понял. А че это они вдруг на Локи-то начали наезжать? Не понял, юмора. Блин, этот провокат стоит. Я не могу ничего сделать, пока его не уберу с поля боя. Или пока у него провокация не спадет. Уничтожишь? Сейчас. Да в... А, во. Не понял. Еще один, да? Еще один енот. Ну, это последняя команда. А, так тут Звездный Лорд. Я его не увидел, ё-моё. Хорош, на 33 тысячи влупил, прикинь. И этот на 22. А почему? А потому что, ребята, у нас провокация стоит на Таносе. Контратака. Плюс регенерация, лечение. Блин, два медика. Ну, два медика и эти. Лечимся. Так, медика надо тоже шлепнуть. А теперь, наверное, все-таки лорда. Бедный Танос, блин, получает. Ты смотри, а. Поможет это, как думаешь? Это было круто, ребята. Минус. Просто в башню еноту выстреливает и все. Подожди, а Танос на месте. Все, три звезды, я уже думал. Опять где-то что-то потеряли. Нет, все хорошо здесь. Ну что, прекрасно, что я могу сказать. Ребята, остается два этапа, чтобы перейти к последнему этапу. Нужно победить моих чемпионов сразу всех. Вот это правда испытанница. Испытание истинного воина. Ну если, а как это понять, сразу всех? Что-то не понял, юморы. Сразу всех, чтобы они все отдуплились в один момент или что, или как? Непонятно мне немножко. Посмотрим, что ты будешь делать, когда мы ударим в полную силу. Ну что, так, 11 врагов. Провокация, блин. У них же, видишь, сейчас усиление защиты, сейчас начнется вот это все. Плюс два подрывника. Давай ослабим вначале их. Хотя ослаблять их надо было после того, как Кейдж сделает усиление. И провокацию опять берет. Ну ё-моё. А вот она, ребята. Вот после этого надо делать ослабление. Так, в инвиз уходим.
Только лжелок остается. Угу. Так, а Йонду-то фигали, Йонду-то просветился, блин, я не пойму. Йонду-то с чего вдруг стал открытым-то? Так, мы заблокировали же способности, да? Пока нет способности, надо нам Кейджа бомбить. Готов. Так, теперь подрывника уберем. И надо браться уже за Локи. Ай-яй-яй-яй-яй, по Стрэнджу, ребят. Как всегда, провокация. Да он так будет сейчас стоять тут очень... Фу, я уже думал, кто-то у меня упал. А это призванные. У нас 600 какой-то ничтожный урон. Локи собака стоит до последнего, а? Че я сделал? Я не то сделал, к сожалению. Надо было Локи добивать. Бомби тогда. А что это он себе двух Локи позвал? Лже. Все. Опа. Морда и Доктор Стрэндж. Я даже не знаю, кто из них серьезнее. Морда или Стрэндж? Ну, по-моему... Есть. Так, отхиляли судью? Опа, я его не завалил еще. Теперь морда. Теперь будем браться за него. Вижу вот этого удар. Блокировку лечению поставил. Да, этот. Ослабление атаки. Провокация. Ну, табло-то мог бы ему добить-то. Дополнительная атака, отлично. Пробьем. Есть. Ну, все, осталась вот эта троечка. Двоечка уже. Так, на 15... 13 и добивка, наверное. Да? Отлично. Отправляемся уже в следующий чертог, к последнему испытанию. Я нисколечко не против. Ну что же, последнее испытание, надеюсь, на 3 звезды хотелось бы. Там будет кто-нибудь интересно даваться? А, Кейт Бишоп, друзья. Кстати, она у меня не открыта.
То, как ты побеждаешь сильных и многочисленных врагов, впечатляет. Если желаешь получить от меня глаз чародея, осталось лишь одно простое задание. Победи меня. Только тебя? Ха, вот это боевой дух. Ну что ж, сразись с правителем этого измерения. Давай, попробуем сразиться с правителем вашего измерения. Чтобы победить Тора, нам придется использовать всю свою мощь и хитрость. Так, Тор, король-бог, с ним приходится считаться. Да я не сомневаюсь, друзья мои. У него и здоровье, то смотри сколько. Вначале мы ослабим. Он будет мощным парнем. Я уже это чувствую, ребят. А морда чё? Фига он лупанул. О да, это будет босс еще тот по ходу дела, друзья. Судя по его шкале... Не забывай, что у него массовые атаки. Блокировка... А, у него блокировка лечения. О, началось. Все сразу дупляются. У Йонду, ребят, очень мало здоровья. Что это? Замедление. Кого-то нету, да? Йонду убрали. Я не успел даже хильнуться, твою налево. О! Да я офигею, я только половину хп у него отнял. Я вот не знаю, ребята, может быть, все-таки есть смысл этих говнюков вольнуть. Давай попробуем. Будет ли он кого-то еще призвать или не будет? Вот что меня интересует. Так нет, так ладно тогда. Я-то думал, что он будет постоянно призывать. Тогда другой разговор, друзья. Тогда разбираемся, естественно, с мордой и... Черт бы тебя побрал, а! Мне нужен хил. С помощью хила, я надеюсь, мы возродим Таноса. Но это не точно. В общем, моя большая, ребята, была ошибка в том, что я... Весь акцент сделал на... Это только две энергии, блин. По уму надо было мне вначале все-таки уничтожать его вспомогаловку, а потом уже разбираться с ними, со всеми. Я так не сделал, поэтому танцы потеряли. А так я сейчас его уничтожу. Только третье. Надо переигрывать, ребят.
Я же хочу, чтобы Кейт Бишоп была у нас в открытом доступе. Сейчас еще и Йонду потеряем. Превосходно. По закону чести я должен выполнить твою просьбу. И позволь тебе воспользоваться глазом чародея. Но не могу не спросить, зачем тебе столь могущественный артефакт? Нам нужно войти в Нексус и не дать межпространственным космическим пришельцам уничтожить мультивселенную. А, ну если такое дело, то надо было сразу отдать его вам. Как бы то ни было, вы оказались достойными союзниками. Если вам понадобится помощь королевству Асгард, мы придем. Спасибо, Тор Одинсон. А теперь нам пора вернуться домой и придумать план спасения нашего мира. Не, меня такой расклад не устраивает, ребят. Что это? Что это? Какие две звезды, блин? Идите вы в опу. Мне нужно три звезды. Мне нужно, чтобы она была у нас на фарме. Так я не смогу ее фармить. Короче, ошибка была моя следующая, ребят. Так, а что если мы, например... Не годится. Не на кого. Алую ведьму. Блин, она хороша, но уровень у нее... Точнее, не уровень, а почему-то она слаба. Может быть, по шмоткам? В общем, короче, вырубаем вначале не Тора, а гасим этих приспешников. Вот, начиная, короче, с... С кого? Ну, давай начнем с Соколиного Глаза, например. Нет, лучше с морды начать, ребят. Лучше с морды. Серьезно? Серьезно? Он улетел в трубу, друзья. Вот то, что Танос берет вечно, блин, свою провокацию, это меня раздражает. Ну все, вот теперь у нас остается... Зря я так делал, он же сейчас делает молнию. 100% тебе говорю. Угу. Поехали. Вырубил, да? Но тут, наверное, придет все-таки лечилку врубить. Уязвимость Изо. Блокируем способности тогда ему еще. Обвинитель. Ронан обвинитель. Девять шестьсот всего. Ну давай. Ослабляем. Ребята, ослабляем. Так, Танос вернул себе все хп. Так, на 20 тысяч здесь. Это понятно, это приспешник. Давай, вторая атака. Я удивлен, что этот малыш еще успел, умудрился избежать атаки. Сопротивляется еще, а? Так, почти на пятнашку вышло.
Давай просто бомбанем. Так, ну у нас уклонение стоит. Началось. Кто-то там улетел, я так и не увидел, кто. Этот постоянно в оглушении находится. Сфига ли? Давай, обвиняй теперь его. Так вот. Фига себе. Опять он в провокацию. Он после этого удара всегда, ребят, встает в провокацию. Есть! Вот, ребят. Вот что я хотел. И вот это я получил. 3 звезды. То есть теперь... теперь я смогу, ребята, фармить Кейт Бишоп. И надо, кстати, будет сейчас посмотреть, сколько у нас... сколько у нас этих... карточек на Кейт Бишоп вообще. Так, я тут 2 этапа прошел. Это я забираю. Это я тоже забираю. Так, куда ты кликаешь-то? Так, подожди секунду, я хотел... нашей мадам. Там сколько... блин, дофига не хватает еще. Я думал меньше. А оказалось еще дофига. 59, 81 нужна. Ладно, потерпим. С Наля все равно обновятся очки. И я докуплю. Прокачаю ее все-таки, ребят, на следующий уровень ИЗУ. Никуда она от меня не денется. Так, здесь... чего не хватает? Не туда кликнул, что ли? Ну да. Так, ну здесь припасы все куплены. Так, тут по очкам. Угу, угу. Так, ребят. Стервятника я недавно пропал. Хеймдаль тоже недавно получил левел ап. Ведьма пропалась у нас. То есть, ну, остается тут шиш, да не шиша. Глейва я не хочу. Кристалл, может быть, дальше прокачивать. Или же... или Роя. Или Феллу. Стрэндж бессердечный. Я смотрел, ребята, рубится просто на... жестко. Жестко чувак там рубит всех. Паук-призрак, ну фиг его знает. Ладно, я пока, наверное, не буду никуда тратить, ребят. Потом, может, в комментариях напишите, кого лучше прокачивать. На Мерзиса немножко осталось, ребята, чтобы открыть. Мерзость еще дофига, и это тоже Картер. Так, ну что, я хотел посмотреть про Биша, поскольку нам... нам еще нужно на нее. Так, ну смотрим. Кейт Бишоп. На белочку нам немножко надо. Вот она, ребята, Кейт Бишоп. В принципе, вполне реально на нее накопить. Даже в ближайшее время. И, скорее всего, я так и сделаю. И еще я хотел, ребята, открыть как можно быстрее вот девушку-белку. Нам нужно всего лишь 10 сфер. Уже 6 сфер. И открыть ее. Чтобы она уже у нас была как персонаж. Так, ну что, вроде бы на сегодня, друзья мои... вроде на сегодня и все.
Так, я сейчас гляну еще быстренько по припасам в плане вот этих вот. 4. Морбиса, может быть, качнуть. Или паучиха-ткачиха. Кто, интересно, лучше, Морбис или паучиха-ткачиха, а? Она получила лишь вторую звезду. Это тоже вторую звезду. Ртуть. У меня 230, я могу только этому Нови поднять одну звезду. Ну а смысл? Нету, ребята. Вот Танусу бы, да, Танусу бы, конечно, четвертую звездочку бы поглотитель. А вот и Локи у нас. У Локи была бы шестая звезда. Ладно, пока покопим. Не буду ничего тратить. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!